Ассаляму алейкум! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня на ужин приготовим такой вкусный узбекский традиционный суп с нутом мухора. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. В казан наливаем подсолнечное масло 50 мл и хорошо разогреваем. Дальше добавить любое мясо, сколько хотите. У меня баранина с косточкой 4 штуки. Слегка обжарим с двух сторон до золотистой корочки. Добавим лук 1 штук мелко нарезанный. Болгарский перец 2 штуки. Можно добавить любого цвета. Для красоты лучше один зеленый, один красный. Обжарим до золотистого цвета. Дальше морковь 2 штуки. И по желанию 2 зубчика чеснока. Томатная паста 1/2 столовой ложки. И по желанию 1 тертый помидор. Со свежим помидором суп будет еще вкуснее. Обжарим 2 минуты. Добавим замоченный нут 200 граммов. Замочить надо 8-12 часов. Заливаем водой 1,5-2 литра. Чтобы нут сварился мягким, соль пока не добавляем. Как только закипит, снимаем пену. Уменьшаем огонь и варим на медленном огне 1 час. Спустя часа добавим картошку 4-5 штук. Добавим соль по вкусу, приправы добавьте по своему желанию. Я добавила зира по вкусу, сушеный базилик по вкусу и лавровый лист. Аккуратно перемешиваем, чтобы окунуть картошку, и варим еще 30 минут. Спустя 30 минут наш суп готов. Все ингредиенты хорошо сварились, как видите. Теперь можно подавать на стол. Это настоящий традиционный рецепт приготовления супа мухора. Как видите, легко и просто. В Узбекистане очень любят этот суп с нутом. В некоторых регионах готовят его на свадьбах. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если так, оцените видео лайками. Вам легко, а мне важно. Спасибо за просмотр. Всем пока, до новых видео.